Якщо є ракова терапія, так, людина приймає препарати, це не променева терапія, це не забулося, називається другий. Хіміотерапія, лімонотерапія. Так от, як може ваш брат допомогти в періодах між лікуванням? Тому що це страшне знесилення організму, це нищення організму, ця терапія. Як можна відновити функції організму для того, щоб витримати нас потенціал? Значить, в періодах між прохожденням курсу хіміотерапії, що ми можемо зробити з прибором? Ми спочатку розберемося, чим опасна хіміотерапія. Це повреждение клеток печени, повреждение, интоксикация химическая в лимфе, в крови. Дренажных программ у нас очень много в приборе. Дренаж лимфы, детокс, выведение, даже есть отдельные вибрации по выведению, как отдельно там алкоголя, тяжелых металлов, так и химиотерапия. По гепатологии около 40 программ восстановления печени. Вот, допустим, у меня не было возможности создать все наработки. Когда я работаю с больными гепатитами В и С, и они приходят с анализами, я все подтверждаю лабораторно, значит, они приходят с анализами, да, повышенные антитела, ПЦР на гепатит В и С, это уходит медленно, здесь я врать не буду, но медленно, полгода, это не так уж и медленно, к примеру. И, допустим, а вот показатели печени, билирубина, ЛТС, щелочная фосфатаза восстанавливаются за месяц. Так вот, эти все показатели, которые изменяются при химиотерапии, мы прибором можем тоже восстановить. То есть очистить кровь, очистить лимфу, очистить печень, очистить, восстановить биохимические показатели организма. Это все можно при помощи прибора без использования дополнительных методов. Ни гомеопатии, ни фито, ну, в общем-то, препараты, которые по печени продаются в аптеке, они все равно все на фитоснове. Я ответила на ваш вопрос или еще что-то? Плюс мы можем улучшить работу селезенки, повысить гемоглобин, который низкий при химиотерапии, то есть влиять на кровотворную систему. Вот. Ну а все остальные показатели, это нужно смотреть индивидуально, о чем мы говорим, о какой химиотерапии, после какой операции,